Более 11 миллионов рублей собрали жители Дагестана для Сирии. Дагестанская делегация во главе с председателем Дагком религии Магомедом Абдурахмановым вылетела из аэропорта Махачкалы в Дамаск для оказания гуманитарной помощи сирийскому народу, пострадавшему от военных действий. Подробнее в сюжете Гамзата Нурмагомедова. Благотворительный фонд «Инсам» при поддержке главы Дагестана объявил сбор средств в середине мая, чтобы оказать первую помощь и спасти жизни сирийцам, в том числе женщинам и детям, пострадавшим в кровавой безжалостной войне. С первого дня, как к нам в республику приехал министр по делам религии Мухаммад Абдус-Саттар, мы на встрече же поднимали вопрос об оказании поддержки тем, кто пострадал от разных группировок в Сирийской Арабской Республике. Менее чем за месяц дагестанцы собрали 11,5 миллионов рублей. Кроме этого, 60 тонн продуктов, в том числе муку, сахар, рис и гречку. Сегодня в Сирию будет доставлена помощь в виде денежных средств. Продукты доставят отдельным чартерным рейсом. Дагестанский народ у нас как помогает нуждающимся, особенно вот как наши дагестанцы, они чувствуют вот сострадание сирийскому народу. И альхамдулилля. Вот сейчас мы едем туда с этой помощью, и иншалла на местах мы будем оказывать им помощь. Дагестанская делегация посетит лагерь беженцев, организует на местах коллективные разговения ифтара, окажет больным медицинскую помощь, накормит голодных. Это поможет спасти жизни сотен людей. Лагерь беженцев, также лагерь, палаточный лагерь. Также мы изъявили желание и написали письме, что мы хотим посетить Хомус, Хама, Алеппо. Хотим сделать с ними ифтар. У нас есть программа ифтара и сухура с бедняками, с нуждающимися в Сирии. Поездка осуществляется по согласованию с МИДом Сирии и Министерством обороны Сирии. Они обеспечат полную безопасность дагестанской делегации в дни их пребывания в Арабской Республике. По словам представителя фонда «Инсан», гуманитарная помощь сирийскому народу будет оказываться регулярно. Гамзат Нурмагомедов, Ибрагим Абдуллаев, телеканал НТ, Махачкала.